Социальное мероприятие для неравнодушных провели сегодня представители наркополиции. В администрации города прошел семинар под названием «Жить – это здорово». Школьные педагоги, спортивные тренеры, работники ТОСов могли задать интересующие их вопросы главе наркоконтроля. Задача приглашенных, по задумке Виктора Бакулина, понять, как бороться с наркоагрессией и довести это понимание до молодого поколения. Опыт показывает, что проведение подобных семинаров идет его участникам на пользу. Люди обращаются в месяц по 60, по 70, по 80 обращений, бывает до 100 обращений. И как практика подсказывает, после вот таких экскурсионных встреч, семинаров, занятий, активность нашего населения возрастает, потому что проявляется какой-то интерес, люди узнают что-то новое. И самое главное, они понимают, что не только наркополиции нужно бороться с наркоугрозой, да, но и, наверное, всем миром.